Друзья, с вами снова я, ваш долговский фильмоскоп. Но сегодня мы не будем кататься на самокате. Сегодня мы с вами приготовим одно не столь часто встречающееся блюдо, а именно вот такие прекрасные, дивные мозговые косточки. Мы попробуем запечь их в духовке и посмотрим, что из этого получится. Это блюдо изысканное, оно очень хорошо к разного рода напиткам в горячем виде подавать его. Ну и вообще даже без всяких напитков очень вкусное, полезное, питательное. Вот такие у нас с вами имеются косточки. Я вам показываю вилку, чтобы был понятен их размер. Их тут не так много, около 2 килограммов. Ну, понятно, что большую часть этой массы составляет, собственно, кость. Пищу негодная, да. Значит, духовочку мы с вами включаем. И включаем таким образом, чтобы разогреть ее до 200 градусов, до 200 градусов, да, это как раз подходящая температура. Тем временем займемся нехитрой подготовкой косточек к запеканию. Делать тут ничего особенно и не нужно. Косточки уже хорошо зачищены, поэтому так, мы с вами не будем готовить много. Потому что тут, сказать, собственно, содержимого достаточно приличное количество. Давайте возьмем вот эти три косточки. Давайте пусть будет три. Из пяти имеющихся в нашем распоряжении мы их для начала помещаем в емкость. В емкость, в которой будем их запекать. Друзья, практически ничего у нас с вами не требуется от нас. Никакой особенной подготовки. Все уже тут природа сделала за нас. Поэтому мы лишь посыпаем наши косточки солью, не слишком обильно, потому что досолить всегда можно впоследствии. Немножко черным молотым перчиком, особо там не нужен, потому что вкус достаточно нежный у содержимого. Рецепты рекомендуют сбрызнуть эти косточки оливковым, правда, маслом, но не знаю, мы обойдемся обычным самым нашим подсолнечным. Сбрызгивать тут особо нечем, нет у нас никаких брызгалок, поэтому мы вот таким вот образом поступим. Опять смажем части, смажем, дожидаясь того момента, когда духовка наша с вами разогреется до положенных 200 градусов. Друзья, наш с вами индикатор, огонечек на панели духовки погас. Это значит, что температура в ней достигла как раз нужного нам значения в 200 градусов по Цельсию. Настало время ставить наши косточки прогреваться, что мы и проделаем. Аккуратненько, без спешки, открываем дверцу и помещаем в духовочку наш продукт. Помещаем и ставим таймер на 20 минут. Больше не нужно. Поехали. Так, друзья, 20 минут прошло, как не было. Мы с вами открываем духовку и смотрим, что тут получилось с нашим драгоценным продуктом. Да, ну, по всем рецептам следует, что он, наверное, готов. Давайте достанем и проверим, так ли это. Друзья, проверка показала, что 20 минут недостаточно. Косточки такие имеют достаточно большой диаметр, поэтому я бы добавил к этому еще минут 10. Ну, 10. Поехали. Что же, друзья, пора. Хочешь, не хочешь, а пора. Надо доставать.
посмотрим, вот что у нас с вами получается. Готовый продукт. Я надеюсь, продукт готов. Теперь мы с вами наш продукт извлекаем из тех емкостей, куда поместила его сама природа. Что ж, друзья, мы с вами видим, что вот из этих трех огромных костей, есть вот такое сравнительно небольшое количество полезного продукта, вкуснейшего, питательнейшего, да, который мы сейчас с вами будем употреблять. То есть выход полезного продукта чрезвычайно здесь невелик. Имейте это в виду. Вот таким вот образом это мы с вами употребляем, да, лучше бы, конечно, разделить эту прекрасную трапезу со своим другом или подругой, или спутником, или спутницей, да, но не все, к сожалению или к счастью, приемлют такую пищу, поэтому я приступаю к ней, с вашего согласия, в одиночестве. Вот, друзья, так мы с вами узнали, как готовятся прекрасные мозговые косточки. Чего я вам желаю. Приятного аппетита!